Всем привет, грибные войска Беларуси. Сегодня 9 мая, всех с праздником. Поздравляем, День Победы. Под Озерищем. Находимся под Озерищем. Недалеко от Озерища, в Озерище, не то говорю. Будем собирать шишки и... пыльники. И пыльники. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Отдай мои шишечки. Забирай. Ух, сделал еще. Тут у нас столпотворение. Это я столпотворю. Будет вариться варенье. Буду я его варить. Что на грядке уродится, что на дереве растет, все варенье пригодится. Все варенье попадет. Наберу-ка я кореньев, сыроежек натащу, яишечным вареньем Шурика своего накормлю. Ох, сегодня настроение у меня варенное. Ты варись мое варенье необыкновенное. Е-е. Много-много шишки, класс. А вот тут и на низу, смотри. Да и не надо сильно высоко лазить. Ты... шишки есть, а вот пока с пыльниками не очень. Давай, забираем. И пыльничек заодно. И вот тут еще одна. Так, попробуем давай сейчас вот эту веточку. Вот там. Так, ну все, пойдем домой. Устали немного, солнце поднялось, немножко жарко стало. Так, вот приехали домой, посмотрите, что у нас получилось. Корзиночка зелененьких шишечек сосновых и пыльца. Пыльца сосновая тоже, пыльники будем делать, пыльцу. Добавлять мед, можно даже с водой разбавлять, очень вкусно. Грибные войска Беларуси, а варенье шишек, это очень вкусно, кстати. А помимо того, полезно, от кашля, говорят, хорошо помогает. Все, до свидания. Грибные войска Беларуси были с вами. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание. Удачных вам грибосборов!